Итак, всем здрасте, товарищи Гамар Джоба Геноцвали, и приветствую всех поклонников Хвичи Кварацхели, который недавно вместе со своей командой Наполи добился важнейшей победы над Брагой в Лиге Чемпионов и вышел в плей-офф. И сейчас многие спрашивают, а как выглядел сам Хвичи? Окей, команда-то победила, пускай и с трудом, но что делал Грузин на футбольном поле? Был он хорош или наоборот? Насколько он был эффективен? Шел ли он в обвод? и насколько успешно это мы сейчас разберем обсудим индивидуальные действия хвичи в матче лиги чемпионов против браги но сперва хотелось бы сказать, что у меня появился еще один канал на Ютубе под названием БИФО, на котором я буду делать прогнозы на матчи российского чемпионата, а также зарубежных лиг. Ну и разумеется, здесь же будут видео и о европейских турнирах Лиге Чемпионов, Лиги Европы и так далее. Контента тут будет много. Я регулярно выпускаю видео прогнозы. Так что, если вас интересует эта тематика, если вам. Интересуют, какие коэффициенты и какие тоталы выбираю я, то проходите по ссылочке в описании на YouTube канал Before. Итак, разумеется, Хвича попал в стартовый состав, но тут иного и быть не могло. Матч с Брагой был очень важным, потому что здесь, в теории, Наполе мог вылететь из Лиги Чемпионов. Да, перед Брагой стояла архисложная задача. Нужно было не просто победить у Наполи, но сделать это с разницей в два и более мяча то и здесь нужно было прямо разбить неабольтанцев на их футбольном поле. Проблема в том, что в последнее время это периодически удается некоторым коллективам, и периодически Наполе не просто проигрывает, а проигрывает с разницей в два и более мяча. К сожалению, Наполе смотрится плохо. Будем называть вещи своими именами. Команда в кризисе. Перед игрой с Брагой у них было 4 поражения в 5 встречах. Поэтому здесь... Ну, нужно было выпускать все лучшие силы. И поэтому Осимин вышел, который все-таки до конца, наверное, еще не восстановился после травмы и пока что далек от оптимальных кондиций. Все другие вот ведущие футболисты тоже вышли в основе. Ну и, понятное дело, вышел Кварацхелли на левом фланге атаки. Что касается его оппонента, ну, скажем так, здесь не повезло. Не повезло, потому что еще один игрок, помимо Осимена, успел восстановиться к этому матчу. Это испанец Гомес. Основной правый защитник Браги, который недавно пропустил матч чемпионата и была, ну, нехорошо так говорить, что это прям надежда, но был вариант, что он пропустит и матч еще и с Наполи, и таким образом у Кварацхели появилось бы больше вариантов для атакующей игры но Гомес здесь появился и, как и ожидалось, он очень плотно опекал здесь Хвичу. Так что Кварацхеле было тяжело, фактически против него здесь выдвинули персональщика. На 81-й минуте Гомеса заменили, ну потому что там уже Брага летела вперед э, в атаку и нужно было спасать ситуацию и пытаться хоть что-то сделать хотя шансов уже даже теоретических, наверное, не было, но тем не менее, большую часть игры Гомес опекал к делал это очень-очень плотно. И поэтому Хвиче было тяжело. Хвиче было тяжело еще и потому, что не было номинального левого защитника у Наполи в этой встрече. Не было здесь ни Оливейры, ни Руя, они еще не готовы играть, не восстановились, и на левом фланге появился Натан на позиции левого защитника, на позиции, которая ему не свойственна. Да, тут многие могут вспомнить, что Натан в итоге отдал голевую передачу Осиме, но причем сделал это после потрясающего прорыва, когда он просто рвал бровку, рвал всех и вся, прошел нескольких соперников, и здесь он, конечно, сыграл блестяще. Но давайте будем откровенны: это очень редкий случай, когда Натан действительно эффективно включился в атаку. Просто он получился очень ярким. А в остальном Натан, конечно, старался, но он не смог дать а, той эффективности, которая которую давали Оливейра или Руй в их лучшей форме. Поэтому Кварацхеле очень часто приходилось играть в одиночку против двух соперников. Тем более, что у Браги схема игры, ну, так скажем, модернизированная 4-2-3-1, то есть против него действовал и правый защитник Гомес, и постоянно кто-то из хавбеков. Чаще всего правый крайний Браги это Орта. Кстати, одна из главных звезд команды, которая в том числе и очень активно действовала впереди, он попал в каркас ворот, то есть его активность на правом фланге Браги, конечно же, вынуждала Наполе более осторожно действовать на их левой бровке, которая действует против правого фланга Браги. Поэтому здесь, ну опять же, позиция Кварацкелии была ограничена. При этом Хвича старался, он создал несколько хороших опасных моментов, отдал две ключевые передачи, одна из них, ну, могла стать голевой летану, не смог реализовать момент, плюс к этому Хвича сам создавал себе атакующие опасные ситуации, мог забивать самостоятельно, не сложилось, в общем, нельзя сказать, что он в этих условиях тяжелейшего плотного прессинга со стороны соперника вот как-то провалился и сыграл ниже своих возможностей. Нет, Хвича был... Очень даже неплохо, и да, он не смог записать в актив гол или результативную передачу, но, например, по версии сайта Huskort, который подсчитывает технико-тактические действия, он получил оценку 7,4. Выше только у Натана и Осимена, авторов голевой передачи забитого мяча, ну и плюс Меретта галкипера Наполи, который в этой встрече героически тащил свою команду. Ну, потому что Брага большую часть игры атаковала, Наполи было тяжело, Наполи нанес 9 ударов, Брага нанесла 19, и поэтому здесь галкиперу Наполи пришлось тащить. Ну и, кстати, да. В этой встрече Брага объективно играл даже, наверное, лучше, чем Наполи. Брага больше играл в атаку, потому что им нужна была только победа. Брага больше наступала. Наполи зачастую действовал от обороны, поэтому здесь, ну скажем так, формат игры вот такой вот оборонительный, э, с не таким уж и большим количеством контратак, к сожалению, для Наполи, он оказался не особо выгоден для Кварацхели, которому здесь, как и всей команде, в общем-то, большую часть встречи пришлось, простите за выражение, сидеть в окопах и обороняться против Браги и их натиска. Поэтому, наверное, Хвича и оставил не самое яркое впечатление, но по Эффективности и игровой, он по-прежнему один из лучших футболистов Наполи. Наполе, который сейчас, конечно же, по-прежнему находится в кризисе, вот эта победа не должна вас обманывать и вводить в заблуждение. Наполе играл плохо в этой встрече, и то, что они выиграли и прошли дальше. Ну, в каком-то смысле повезло. Где-то у Браги ужасающая реализация была, где-то Браги просто не везло, а где-то Брага сама себе забивала. Вспоминаем первый гол Наполи, который был автоголом Браги. Поэтому здесь обольщаться фанатам Наполи не стоит. Игра у команды по-прежнему ужасная. Но поэтому хотя бы есть результат. Но Ахвича один из тех футболистов, кто даже в этой кризисной ситуации все равно старается играть в футбол и по показывать себя очень даже неплохо.